По данным ДЧС Алматинской области, с начала этого года на территории региона зафиксированы случаи пожаров в лесохозяйственных учреждениях, имеются жертвы. Об этом на брифинге с журналистами сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматинской области Самат Кинжихан. На сегодняшний день участились факты возгорания сухой растительности на территории населенных пунктов и дачных массивов. Всего с начала года произошло 75 подобных случаев. Чтобы предупредить пожары на территории региона, огнеборцами проводятся рейдовые мероприятия. Создано 18 мобильных групп. К административной ответственности привлечено 3 физических лица. Наложено штрафа на сумму более 110 тысяч тенге. На сегодняшний день зарегистрировано на территории Алматинской области 7 пожаров на территории лесных хозяйств. Вместе с этим, значит, на лесной площади 1549 гектаров уничтожено огнем. Вместе с этим, значит, на сегодняшний день с начала отопительного сезона, с начала года произошло 275 пожаров и, к сожалению, у нас 9 погибших. Хотелось бы призвать наше население Алматинской области соблюдать элементарные правила пожарной безопасности как на отдыхе, так и в быту. В свою очередь, представитель партии «Аманат» рассказал о работе партии в этом направлении. В целях обеспечения пожарной безопасности в летние месяцы члены партии разработали единый график мероприятий. Так, каждые выходные планируется проведение встреч и рейдов по профилактике пожаров в лесостепных массивах, а также профилактические мероприятия с жителями дачных массивов и сельских населенных пунктов. В предвыборной программе «Халық пен бірге» на 2023-2027 годы Алматинского областного филиала партии «Аманат» в регионе предусмотрено строительство 22 пожарных постов и приобретение 438 сиренозвуковых установок для оповещения населения при чрезвычайной ситуации. В настоящее время по этим мерам сделаны запросы на выделение средств из бюджета. После решения вопроса финансирования будут начаты строительные работы.